Всем привет, брат Запорожье. Думаю, можно чуть побеседовать. Хотел бы как бы так поделиться именно своей точкой зрения на все это происходящее, которое сейчас уже у нас идет, ну, не только как бы война в Украине, а все, что как бы глобально происходит в мире. Заметил я это где-то с 2020 года. Когда начался этот коронавирус, все это, вакцинации. Я, в общем, в детстве, в юношестве увлекался одной книгой. Книга называется «Библия». Читал ее, изучал, мне очень была интересна вся эта история, которая там произошла. И рассматриваю, вот просто, у меня такое чувство, что кто-то просто взял сценарий этой книги и воплощает его в жизнь, вот так постепенно, по чуть-чуть, начиная вот как четыре всадники апокалипсиса, когда была, это в Откровении Иоанна Богослова, апокалипсис, когда была снята шестая печать, появились четыре всадника: чума, война, потом голод и смерть. И вот так смотрю на то, что происходит, начиная как вакцинируют, вот этот вирус. Сейчас заметили, про вирус как-то особо и никто не говорит, и вакцинироваться особо никому не нужно. Как-то вообще и забыли про этот коронавирус. Ну, с экранов телевизора он не сходил просто 2 года. Теперь вот война. Она вообще вот у наших домов. Это отразилось вообще вот по всему миру, я смотрю, война в Украине. Точно так же, как, ну, очень глобальный процесс, как и коронавирус. И вот сейчас начинают как бы рассказывать голод. Голод, вот эта паника с продуктами, отсутствие как бы посевной. А сеять вообще, я считаю, как бы, ну, некому, потому что механизаторы, осенизаторы, там, трактористы, механисты, они все в армии. Ну, а кто это будет делать? И вот эта еще история, что рассказывают, как бы, что с Украины вывозят зерно. Ну, да, нам оно, я смотрю, вообще не надо. Как бы украинцам зерно зачем? У нас и так цены уже взлетели до, я смотрю, именно просто, что это еще не предел. Ну и, в общем, сеять, я смотрю, некому. Поэтому у кого есть своя земля, конечно, вы там садите картошку, помидоры, все как надо. Потому что неизвестно, как будет вообще осенью, зимой. И вот голод они рассказывают. Голод, голод. Ну, посмотрим. Но я же говорю, сценарий просто вот такой именно, как из книги «Откровения». И смерть. А тут уже думайте сами. Как-то происходит оно все так, да, что мы вообще особо не влияем. Мы такие как бы куклы во всей этой театральной постановке, которые в панике скупают всю гречку, сахар, соду, макароны и смотрим телевизор. Ну вот как-то так. Ну, я вижу эту картину так. Но вот просто если сложить именно все эти как-то составляющие, которые происходят в мире, ну вот у меня вырисовывается такая картина. С этой вакцинацией, ну, странно как-то все. Всем хорошего дня.